Волонтеры ЮНИСЕФ оказывают поддержку сирийским детям, пострадавшим от разрушительных землетрясений. Многие из них получили психологические травмы из-за потери близких. Во временное убежище пострадавших детей поселили вместе с родственниками. Каждый день сотрудники ЮНИСЕФ проводят с ними психологические тренинги, играют в игры. Это нужно, чтобы помочь им справиться с травмирующим событием. Отмечу, число погибших от землетрясений в Сирии, по данным агентства Reuters, на сегодня достигло почти 6 тысяч человек. Перемещенные семьи из пострадавших регионов – одни из наиболее уязвимых категорий населения, поскольку ночью температура опускается ниже нуля. Холод создает дополнительную проблему для их выживания. Февраля тысячи сирийских детей столкнулись с кризисом внутри кризиса. Каждый день они испытывают стресс во время эвакуации, экстремальных холодов. Как видите, в этом приюте, который раньше был школой, сейчас находятся дети, которые потеряли дом и близких. Это только один из 200 приютов, в которых волонтеры ЮНИСЕФ при большой поддержке партнеров оказывают психологическую помощь пострадавшим детям.